Итак, какая существует связь между длиной волос, полом и ориентацией? Никакой связи не существует. Связь с полом, она гораздо ниже, и на пол влияет то, что ниже волос, а волосы никак на пол не влияет, все это выдумки. Длинные волосы даны и мужчине, и женщине. У некоторых мужчин даже волосы лучше, чем у женщин. У некоторых хуже, у некоторых лучше. И поэтому это выдумки. И у них нет ничего в волосах. Ни в структуре, ни в чем, что может повлиять на ориентацию. Это у меня 27 лет ношу длинные волосы. И никак не повлияло ни на пол, ни на ориентацию. Вот, и многие говорят, как женщина с длинными волосами связывает с полом. А если женщина, много очень женщин, с возрастом стригутся коротко, получается, они как мужчина. Нет, это не делает человека мужчиной. Женщину, если она стрижется, и также не делает мужчину женщину, если мужчина отращивает свою природу. Это все в мужской природе. И связи нет, только есть общественные выдумки мирового масштаба. Все, что с полом, то ниже волос.